Добрый день, меня зовут Гладышев Алексей, я продукт-менеджер компании Promet по направлению стеллажей. Сегодня мы с вами поговорим о стеллаже серии MS Pro. Стеллаж MS Pro состоит из рамы и яруса хранения. Рама включает в себя две вертикальные стойки и систему связи горизонтальных и диагональных. Скрепляется между собой болтовым соединением с использованием самоконтрящихся гаек. Стойка стеллажа выполнена из высококачественной оцинкованной стали, имеет P-образный вид профиля размером 55 на 30 мм. Данная конструкция рамы позволяет достигать нагрузку на секцию стеллажа до 4000 кг. Ярус стеллажа MS Pro в стандартной комплектации состоит из балок, стяжек и полок. Балка стеллажа MS Pro комплектуется всегда фиксатором, который позволяет избежать выбивания яруса во время эксплуатации. Балка MS Pro окрашивается порошковой окраской, в отличие от всех остальных элементов стеллажа, которые изготавливаются из отцинкованной стали. Несущая поверхность балки к кронштейну приваривается на участке роботизированном, что позволяет избежать непроварки швов. Сама конструкция кронштейна очень плотно прилегает к стойке рамы, что придает стеллажу MS Pro устойчивости и жесткости даже в ненагруженном состоянии. Помимо балок, в комплектацию яруса стеллажа MS Pro также входит у нас полка металлической шириной 30 см и стяжки. Стяжки комплектуются в зависимости от длины балки. До 1500 мм включительно одна штука, на 1800 и 2100 мм комплектуются двумя штуками. Несмотря на все качественные и технические характеристики стеллажа серии MS Pro, не стоит забывать, что он еще должен грамотно быть подобран для вашего клиента. Поэтому всегда обращайте внимание на характер груза, количество ярусов для хранения, нагрузка на ярус и нагрузка на секцию стеллажа в целом. В том числе немаловажное напольное покрытие. Напомню вам, что перепады высот в местах установки рамы должны быть не более 2 мм, а уровень наклона 2 мм на каждом погонном метре. На этом мы с вами прощаемся и желаем успешных продаж.